тупик. А придумай какой-нибудь сюрприз для родителей. Ты же можешь тоже пиво сядь? Ну, даже не знаю. Но я попробую. Повеселим родителей. Ладно, скажу, отдохну, пока мама спит. Так, что же придумать? Точно! Раз, два, три. Руму в маму преврати. Раз, два, три. Маму в Руму преврати. Хе, вот будет умора. Настоящий день смеха. Я пойду пока спрячусь. Дело. Надо найти Хелпика, узнать, что он придумал. Не поняла, а почему зеркало так высоко? А почему меня не видно? Ладно, пойду Рому найду. Хелпик. Это ты? Какой еще Хелпик? Не может быть! Только не это! Мои ушки, мои волосы, мои глазки, мои ушки, мой носик, мои губки. Мам, в общем, мам, я тут ни при чем. А кто при чем? Это все Хелпик. Кто-кто? Да папа, наверное, над нами пошутил. Надо разобраться, что с этим делать. В первую очередь нужно отстричь вот эти волосы. Даже не вздумай, это мои волосы. Ладно, тогда что-нибудь другое придумаю. Мне что с этим делать? Может, парик какой-нибудь найти? Вот так-то намного лучше. Ну все равно ногти какие-то короткие. Ну и сама я какая-то маленькая. Мама, мама, поиграй со мной. Ну поиграй. Мне некогда, у меня полно работы. Иди играй один. Ну ладно. Это сейчас не важно. Все, иди. Ты никогда со мной не играешь. Так, надо найти Хелпика. Это его рук дело. Тоже мне волшебник. Наконец-то! Ну что же ты натворил? Ты же сам просил. Ну и что ты там потерял? Да так, никого. Игрушку одну. Вы, девушка, пожалуйста, поаккуратнее. Девушка, ой, как смешно-то. Ну ничего, сейчас я с ним разберусь. В общем, Хелпик, если ты нас сейчас не поменяешь, я с тобой больше дружить не буду. Ты меня понял? Да понял, понял. Завтра утром все будет по-старому. Завтра у меня будут мои ручки, мои ножки. Хоть бы завтра все изменилось. Я снова мама. Снова Рома. Хелпик, ну что это за шуточки? Давай скорее меняй нас каждого на свои места! Да, да, давай! Ладно, ладно, я постараюсь. А? Ну, за результат я не отвечаю. Да? Да тише вы, тише. Раз, два, три, все на место, ты верни. Что с моими руками? Почему они такие волосатые? Ого! Так, кажется, мне пора на каникулы. Отдохнуть. А где этот Хелпик? Рома, объясни, что происходит. Кто я? Мама, только не волнуйся. Ты сейчас сама все увидишь. Да,
Конечно, готова. Давай скорее. О, нет, только не это. Как такое могло произойти? Я сам ничего не понимаю. Хелпик снова что-то напутал и сбежал. Как сбежал? Так, ладно. Может, покормишь меня? А то я проголодалась. Чего смеешься? Да не, приятного аппетита, мамочка. Да, всегда было интересно быть кошкой, но это как-то не очень. Так, как же мне помочь маме? Я поела. Слушай, я поиграть хочу. А у нас мыши в доме водятся? Нет, конечно, ты чё, какие мыши? Смотри, что у меня есть. Вау! Давай скорее играть! Эх, как же я устал! Я тоже! Так, Хелпик после раз был в шкафу. Куда же он делся? Только не это! Я пока уеду ненадолго. У меня закончилась волшебная микстура, поэтому я не могу вернуть всех на место. Дальше может быть только хуже. Думаю, Рома все поймет и подождет меня. Я оставил ему письмо в почтовом ящике. Но почему он меня бросает? Все, больше он мне не друг. Друзья, что же мне делать? Как мне вернуть маму? И куда делся Хелпик? Напишите мне скорее в двух комментах. Рома, можно попить вот этой водички? А? Конечно, конечно! Нет, нет, только не это! Это же волшебная вода! Вот это да, говяси пупи Хелпик! Мне надо срочно спрятаться, здесь он меня не найдет. Ну наконец-то! Рома! Рома! Ну ты где? Что случилось? Хелпик, ты только не волнуйся. Не понял? Я сейчас все тебе покажу. Да успокойся, ты просто выпил волшебной воды. Да ты с ума сошел! Все, я обиделся. Ну что ты хочешь? Ой, мне что-то жарко. Ну как, прохладнее? Теперь холодно слишком. Еще одно одеяло. Я кушать хочу. Ну как, вкусно? Ну вот, молочка попей. Ты чего? У меня же аллергия. Не, не то. А может, этим поиграем? Не. Ну давай этим. Не то. С тобой я не могу, и без тебя никак. Не, не то. Хелпик, мне надоело перед тобой плясать. Надоело тебе? Ты
меня в куклу превратил! Вот и ухаживай теперь за мной! Я лялька! Ах, лялька? Вот и получай, лялька! Ну, Рома, шутки шутить вздумал! Я тебя сейчас догоню! Только попробуй! Ну-ка, остановись!